Петруша, сынок, ты еще совсем дитя. Но на тебя ложится огромная ответственность. Быть царем – это значит принять свою судьбу в нужный момент. Чем бы это ни грозило. Позволь представить, Марта Скавронская. Я думаю о вас ежечасно. Мечтаю, чтобы вы оказались рядом. Нужно напомнить России ее место. Штурму готовь! На штурм! Хочешь себя царицей видеть? Государством править. Да как тут не захочешь, когда царя-то на Руси нет? Вперед! Со всеми вызовами мы справимся вместе. По-новому будет.